Число жертв извержения вулкана Антаке в Японии достигло 36, и, как говорят спасатели, эти данные, скорее всего, не окончательны. Недалеко от кратера сегодня были обнаружены тела 5 погибших. После этого поисковую операцию пришлось приостановить. Вот кадры, снятые спасателями. Продвигаться вперед мешают выбросы пепла и токсичного газа. Вулкан активен уже третьи сутки. Началось извержение в субботу. В тот момент на склонах Антаке были порядка 250 человек. Большинству из них удалось спастись. Более 40 понадобилась срочная госпитализация. Как сообщается, россиян в опасной зоне не было. Най-малко 36 пък са жертвите на вулкана Онтаке, който изригна в Япония в събота. Рано тази сутрин хеликоптери започнаха издирвателни работи, въпреки че активността на вулкана не е стихнала. Стотици пожарникари, полицаи и военнослужащи са включени в спасителната операция. До момента са открити телата на 12 жертви. Стотици планинари са се изкачвали към върха на вулкана Онтаке, когато изненадващо той започнал да бълва лава. Повечето са се спасили, но десетки остават затрупани под вулканичната пепел. Метеоролозите в Япония прогнозират още изригвания и предупреждават, че вулканът може да разпръсне отломки в радиус на 4 км.